Привет! Начнем. Сколько иголок в мутовке у румелийской сосны? Меня Валера зовут. Следующий. Мама, меня опять подинамили. Привет. Я тут недавно из Лондона вернулся. Отлично. Значит, вы точно знаете, какая часть тиса не ядовита? Этими вопросами я не занимаюсь. У меня есть специальный человек для этого. Следующий. Привет. Поехали. К какой жизненной форме относится каннабис? Следующий. К какому семейству относятся азалии? Так, вересковые. А назовите вид шиповника, который растет на морском побережье и выдерживает засорение. Роза морщинистая. Вау! А у какого дерева нет шишек? У дуба. Потрясающе! А какой вид ели традиционно украшает стены Московского Кремля? Колючая. Откуда ты все это знаешь? Бывший Сюзимова от игру рубились.